Привет. Это Deep Sky. Здесь у нас говнюки, которые меня лупят на раз-два. Не знаю, стоит ли пробовать. Ладно, попробуем. В принципе-то я персонажей своих в прошлый раз чуть-чуть прокачал. Чуть-чуть. Пойдем посмотрим. Как пойдет, 38 он уже может нанести. Ну давай, рискнем. Блин, вот лучше бы у нее бот выпал. Усиление давай на него. Усиление. По нему долбанули как раз. Зашибись. Оглушение. А будет ли от него атака после такого? Так, двадцатка, все это ерунда. Вообще, может, мне не стоит с ним драться. Так, бот. Пока что, он же 8 уровня. Я ему тогда наносил поскольку по 3 урона. Это же вообще позор. Ладно, все, пока. Мы к вам еще вернемся. Когда-нибудь потом. Когда у моих персонажей будет какой уровень? 8. И у нее 7. Пока что вы только позоритесь. А стоп, они свалили оттуда. А можно было просто обойти. Ну ладно. Все ведь любят трудности. Куда без них? Все это забираем. И обыскиваем. Целая куча лута. Лучше бы мне еще за это давали опыт. Было бы прикольнее. А то зачем мне этот мусор? Кредитов и так у меня сейчас целая куча. Мне их девать некуда. Главное не наткнуться на тех дуралеев. Вот это кто? Пол в этой комнате выглядит так, будто по нему долго и упорно колотили. Сейчас в ней пусто, но вы не можете избавиться от ощущения, что еще недавно здесь кто-то был. Ясненько. Ясненько. Давай. Все мы разбираем. Главное найти здесь данные, вот и все. Будут данные, откроем потом другие реликты. Слетаем на них. Будем кайфовать. Угу, сохраняемся. Так, стоп. Вот здесь я не был. Давай сходим. Вы находите труп неизвестного искателя, тело лежит в темной узкой щели и, похоже, находится там уже давно, никем не тронутое. Попробуйте вытащить труп из трещины и проверить, нет ли на нем чего-нибудь полезного. Вы пытаетесь вытащить тело, но оно застряло. У вас уходит немало времени, чтобы извлечь его из трещины. Вы осматриваете труп в поисках ценностей, но ничего не находите. Когда вы заканчиваете, вы оказываетесь в окружении врагов, заманивших вас в ловушку. Какого уровня эти враги? Вот это меня только интересует. Блин, ну ворота вот эти долбанные меня задолбали, если честно уже. Сколько можно? Почему бы просто не принимать долбанные удары? Вот, пятнашечка влетела. 32, зашибись. Видимо, они явно... более высокого уровня. Хотя бы одного взломаем. Ходят опять они. Просто шипись. Мне явно нужны эти боты. Огонь. Огонь прошел. 38. 27 прилетит.
Поиск уязвимости давай. Контратака. У них еще и щиты у всех есть. Нечестно. Давай восполним этому. Самозарядочка. Зашибись. Атаковали. Самозарядка. Супер. Может, мне просто на другую планету полететь? Потому что тут какие-то все мощные. Какие-то сильные. Ладно, потом соракетник пропишем, если ничего не изменится. Серьезно? В общем, если сейчас она сдохнет или типа того, я просто загружаюсь, валю с этой планеты на другую. Потому что эта планета не для меня. Тут вообще все сильные. Соракет залетел. Убьешь? Убил. Остается 3 долбанных робота. У моих уже мало жизни. То есть у меня сейчас как минимум 2 отъедет. Ясно все. Спасибо. И... вот мы здесь. Давай, вали. Надеюсь, по пути не встретишь врагов. А, вот здесь можно было бы остановиться. Вы находите труп. Можно поискать что-нибудь ценное, оставив труп лежать как есть. Вы здесь уже взять нечего. Отвалите. Какого они уровня? Тот вообще просто защитился. Зашибись ему. О, вот этому можешь на 32 влететь. Заряжаем, значит, на него. Батяра. Ладно, я чё подумал. Открываем КПК, открываем скрытный режим и просто убегаем. Отвали. Вы идиоты, почему меня отвлекают? Он после этого остается, ладно. Просто валим. Продаем ему хлам, пополняем запасы. И летим опять на эту планету, может? Может, что-то да поменялось там? Какого там были уровня враги, я не помню. Вот здесь у нас чё? Это место выглядит так, будто какое-то огромное существо пыталось тут что-то найти, и можно попытаться вызвать мага. С помощью пульсатора ничего не происходит. До этого у меня такой штуки не было. Потому что я нифига не мог сделать. Оба-на! Через некоторое время вы чувствуете, что пол под ногами начинает дрожать. Исполинское чудовище появляется из кошмарного брюха реликта. Истинный ужас древних страстей приближается к вам. Кажется, это воплощение самой ненависти ко всему живому. И перед тем, как открыть свою всепоглощающую дыру, пожиратель произносит: «Ну зачем устраивать весь этот грохот? Он еще и умный. Прости, прости за беспокойство, пришлось включить эту штуку, чтобы вызвать тебя». Я вот о чем тебя спрошу, зачем вызвать меня? Ты веруешь в могучего мага или просто мелкий убийца? Я верую в мага? Хорошо, тогда мучай меня. Для начала можно перерезать мне глотку или вытащить глаза ржавыми щипцами, а может выбить мне зубы, тогда в пасти останутся только маленькие осколки. Ну, приготовься познать боль.
Да, с чего начнем? Я установлю небольшую бомбу в твоей голове и посмотрю, что будет. Персонаж Синт прошел испытание. Какого? Взрыв отрывает магу голову, осколки костей, ошметки мяса разлетаются по всему отсеку. Вы бежите к яремной вене и пытаетесь наполнить пузырек драгоценной кровью. О, достижение. Ой, достижение, блин. Задание выполнилось. Поначалу вам кажется, что маг погиб, но внезапно его голова начинает снова отрастать. Это было больно, я снимаю шляпу, я что-то почувствовал. Обнимемся. Я пойду обратно в пещеру. Маг прижимает вас к себе. Его телесные жидкости заливают вас сплошным потоком. Вам удалось собрать достаточно крови для Юмрука. А где он был, этот Юмрук, блин? Можно слетать на базу. Где там задание внизу? Ясно, этот Юмрук не здесь. А я без понятия, где он. Я могу задание посмотреть вообще, нет? Зашибись, зашибись. Ничего не скажешь. Журнальчик. А где он находится-то? Юрмук. Ищите данные, найдите Авишая. Ищите данные. Сколько можно искать эти данные? Так, берем. Тут у нас что? Понт. Эй, не вы ли тот герой, которого все ждут? Не вы ли самый могучий бык на этой стороне галактики? Вы можете избавить нас от воплощений морального упадка, что стремятся нас погубить. Я предлагаю вам совершить подвиг, который принесет вам славу и власть. Одолейте трех гнусных преступников, обитающих на этом лиходейском реликте, и вы станете величайшим воителем реликта. Осмелитесь ли вы принять этот вызов? А? Осмелюсь, принимаю. Превосходно, что ж, приступим. Три противника, с которыми вам нужно сразиться, скрываются на этом корабле, замышляя новые преступления и злодейства. Уничтожьте их, и я вручу вам официальный жетон героя. Как здорово, спасибо. Настоящий жетон. Так, здесь что? Да тут сплошные завалы. Они меня уже задолбали, там просто мусор. Почему это нельзя мгновенно перерабатывать в энергию или в бабки местные? Надо бы искать. Враги. Постараюсь держаться подальше. Зачем мне враги? Какого они уровня? Седьмой. Седьмой — это еще нормально. Атос. Я Атос, палач миллионов невинных, истребитель захерелых народов. Я время, пожиратель жизни, а кто-то я герой, который положит конец твоим злодействам. А, это тот чувак, которого надо убить? Да, настоящий герой, сразимся же. Наверное, он мощный. Я наношу немного урона. Возможно, он 8 уровня. Скорее всего, так и есть. 14 из 25 ему залетает. 2 дополнительных еще. А пусть поиск уязвимости будет. Так, минус бот. Отвлекающий бот. Он хотя бы один. Так что не так уж страшно. Ему-то мы не проиграем.
А можно взлом ему устроить. Серьезно, взлом не сработал, что ли? На смерть. Ей надо хотя бы 7-й прокачать. Один готов, осталось еще 2. Да, супер. У меня тут имена их написаны, что ли? Да, Тос, Патос, Армис. Что вот здесь у нас прячется? А вот здесь что? Патос. О, вот Юмрук. Взломаем. Сохранимся. Продолжим свой путь. Он ушел, что ли? Стоп, а где он? Он же здесь был, не? А, вот. Вызов принят. 25 влетает. Он увернулся. Не влетает. Поиск уязвимостей. Думаю, стоит начать с этого. Отвлекающий бот. Поддержки нам пока не нужен. У них так мало жизни, я их не отхилил. Блин, надо на базу потом вернуться. Это я внимания не обращал. Зарядим этот удар. Бот поддержки. Он разозлился и даже не смог попасть. Вот лузер. В общем, изи. Остался один. Сохраняемся. К этим мы не пойдем. Серьезно, они тоже сюда приперлись. Они 7 уровня. Но надеюсь, все норм будет. Стоит ли поиск уязвимости делать? Или на 38 сразу шарахнуть? На 30. Отвлекающий бот. Самое то. Так, живем пока. Оглушение. И у нашего техника оглушение. Блин, долго они еще ходить будут, нет? О, 30-ка влетела, я про нее и забыл. Угу. Дальше. Перезарядка щитов. Ну пусть у нее будет. Так, агр. Осечка раз. Ходит этот чувак. 16, 17, 16, 17 давай. Даже больше получилось. 14, 13. Тот, видимо, самый слабый. Двадцать две жизни остается. Оба-на. Он еще и кританул. Броню снял. Ничего страшного. 19. Стоп, а если так? 16. Ладно. Он пропускает ход, бот поддержки. Я мог добить, но бот поддержки лучше. Дальше. Стоп, 11. Впадет.
Серьезно, у него тупой блок стоит. А если выстрел? Но это опять же обычный удар. Ладно, она должна добить. Все, он довыпендривался. Два чувачка, они явно разозлились. Нам ведь все равно. Они для нас лишь помеха. Блин, у него эта долбанная провокация. Будем тогда самый слабый бить атаку. Все равно заблокирует. Ну пусть поиск уязвимостей. Сколько это ходов работает? 3. Взлом, сбой. Усиление. Пусть будет сбой, усиление. Как же долго вообще? Нереально долго деремся, он еще хилится. Так, опять самое слабое. Двух атак еще? Он обновился, что ли? Че за лажа? В смысле двух атак? Я же ему отключил усиление. И сейчас я атаковал, не засчитали. Почему-то. Он задолбал, он так и будет обновлять себя. Эту долбанную фигню. Сильный удар. Промах, промах, промах. Так, это заблокировал, все. Теперь его можно лупить. Угу, круто. Отпад просто. Потрясающе. Что еще сказать? Уклонение до неожиданно. 19, 5 и 12. Ладно. Он постоянно мажет этой атакой. Он просто немощный какой-то. Как так можно? Усиление щитов, взлом. Давай взлом. Блин, не та карта, та называется. Блин, сбой. Пусть усиление у этого будет. 5. Супер, супер, супер. Можно я это просто пропущу? Давай будем пытаться дальше. У него 1% на попадание там был, да? Блин, почему вот еще нельзя вызвать? Было бы так круто. Например, если я против какого-нибудь дурака воюю, то он может червей своих призывать и призывать. А я не могу еще одного бота закинуть. Было бы неплохо их как-нибудь усилить или расширить свой список. Тогда было бы вообще супер. Между тем он остался один. Ясненько. Ну давай возьмем еще карту. Семерочка, оглушение, то есть он ход пропускает. Ну все, можете отключаться, глупые боты. Вы мне ни к чему. Одна жизнь. Осечка. Ладно, тянем карту. Ой, серьезно? Он еще и воюет, нет, чтобы убегать. Все, он сдох. О, она прокачалась. А хотя, ладно, сначала навык я открою. Где она? 3 очка. Плюс 33% к эффективности способностей восстанавливающих щиты. У нее как раз такие способности. Теперь можно сохраниться.
и дойти до этого, например, чувака. Отдать кровь. Свежая, только собранная, редко выдает шанс такое попробовать. Я только один глоточек. Чувствую силу, ура, ура. О, маг, как ты приятен на вкус, наконец-то мы вместе. Хочешь немного крови, она придаст тебе силы сопротивляться безумию. Безумие меня не привлекает, так что давай сюда. О, плюс 15% сопротивляемость интеллекта. Здорово, правда, сила. Мне пора. Круто. А можно было от этого отказаться, бред. Бред. Идем, в общем, их хилить на базу. Но теперь эта планета как раз в самый раз для меня. В самый раз. Можно, кстати, еще что-нибудь продать. Седьмой, седьмой, четвертый. Продаем. Четвертый. Шестой. Пятый. Надо, кстати, посмотреть потом. Может, что-то поменять. Можно уже и шестые начинать продавать. Все равно нифига ничем не пользуюсь. Да блин, продай. О, 8. Нифига. Особый предмет оставим. Это я читал. Кристалл, видимо, никому вообще не нужны. Просто так таскаю. Может их продать? Заданий здесь нет. Ладно, летим обратно. Так. Вот это что? Понт, точно. Точно, как я мог про тебя забыть. Блин, открой предметы. Одиннадцать урона, 14, 13, 15. А я могу ему поставить? Нет, это не для него пушка. А вот это? Для него здесь нет пушек. О, вот это ей подходит. А вот это? А это? Ну, раз это подходит, то тут урон 11 и бонус крита. А тут 14 выше разброс от фигово. И выше разброс. Не, не надо. А может для этого чувака? Ну, то есть это бесполезные пушки. Модификаторы. О, вот это крутая карта. 8% урона, 14. Могу я это ему поставить? Силовой кулак. Но кулачок ему надо бы посильнее. Тяжелое оружие ближнего боя. Инструмент. Ладно, сохраняемся. Может, потом почитаю. Сейчас так не хочется. Попробовать взломать. Ее, удача. У них всегда получается, они такие мастера. Это кто? Вы чувствуете равномерные низкочастотные вибрации, от которых у вас пугающе дрожит скафандр. Угу. Он, кстати, больше урона теперь наносит. Благодаря той карте. 29. Блин, вот наносил бы чуточку больше. Вряд ли он кританет.
17. Какой он слабак. О, отвлекающий. Ой, и она опять входит. Тогда под поддержки. Атакует моих ботов. Серьезно? Чё, обалдел? Две карты. Вот этот должен отъехать. Стоп, у кого-то провокация, что ли? А, я просто карту не выбрал. Ладно. 30. Не-не-не, во, 44. То есть он сдохнет, если попадет. Он попал. И вот этот сдохнет. Дальше этот чувак его убивает. Серьезно? Они делают, что хотят вообще. И этот призвал новых. Ладно, надо, значит, его сначала убивать. Этого полудурка. Не-не-не, поиск уязвимости. Инвиз подрубил. Какая-то лажа. У него уже щитов нет. Пусть восстанавливает. Возможно, придется заново начать, потому что сначала я ведь не его лупила, а мелких этих червячков. Ну, залетел как надо. По-своему ударил, зашибись. Отвлекающий бот пусть выходит. И бот поддержки, в принципе. Он мощно атакует. Может загрузиться просто, потом еще на базу придется переться. Да, загружаемся. Я тогда попёрся вот сюда. Прёмся опять. Я их отлуплю. Это необычный враг. И ему хана. Нет, так ему мало нанесется. 26, 15, 13, 13. Ладно. Если 23, то будет 13. Пусть будет тогда поиск уязвимости. То как-то слабовато. Он же не будет сразу призывать тех чуваков. А эта мелочь ничего мне не сделает. Так. Пропустил ход, зашибись. Можно зарядить на него атаку. И ударить так. О, под поддержки. Че за фигня? Лучше бы она бота бросила. Ну блин, давайте быстрее. Ждать еще их. Ходит по полдня. 44. Залетело. Этот чувак его добивает. Вот, расквасил. У него аж 3 карты доступны. А если пропустить ход, потом будет 4? Ладно. Блин, девятка, серьезно? Ты еще какой слабый. Это же какая-то вонючая личинка. Ну хоть убил с 3 ударов. На том спасибо. Выведение потомства? Блин, серьезно, надо тогда его гасить. А то он какой-то обалдевший. 16. О, 26, норм. Она не ходит.
Ну и пусть будет усиление. Он еще и хилится. Неприятно. Минус. Минус. Зашибись. Много чего повыпадало. О, не-не-не, сохраняемся. Загружаться мне не надо. Где третий-то вонючий бот? Вот он. Выдраться. Да, а мне какое дело, по-твоему, мне на тебя не наплевать, что ты выделываешься, а мне надо... Не надо корчить из себя того, кем ты не являешься. Я требую сатисфакции. Да, ну давай, иди сюда, неженка. Вообще, в курсе, что нас четверо здесь? Я не знаю, не стоит, наверное, заряжать. Мы и так его отвлекаем. А пусть будет отвлекающий на всякий случай. Мало ли, вдруг он внезапно станет нереально сильным чуваком. Трансформируется в кого-нибудь. И отлупит нас. Мы же не хотим этого. Нет, вот и все. А он неплохо уворачивается. Еще и зарядился. Так. 13 в Насеру залетело. Еще 11. Приходится ему опять вот блок выносить. Щит его. Надеюсь, он не будет восстанавливать. Осечка. Все, подох. Подох. Все, берем. Уходим. Сохраняемся. Только после... этого идем туда. А то мало ли на пути могут быть враги какие-нибудь новые. Вон, например, кто-то там был. А то взлетел на воздух, можете про него забыть. Взлетел, взлетел на воздух, ну разумеется, вы все правильно сделали. Ха-ха, устроить взрыв — самый эффективный способ избавиться от проблем и лишнего имущества. Вы, несомненно, на верном пути к тому, чтобы стать настоящим героем. Есть еще какие-нибудь новости? Потос выпустил пар из продырявленного корпуса. Пар, в смысле настоящий пар, ох, это плохо, это очень и очень логичный исход. Давление сравнялось, и зло не будет тяготеть над добром, пока вы сражаетесь за благородный титул героя. Армис низведен из единицы в нули, нахал, каких мало. В нули-то тонкая электроника разлетелась на кусочки, как ей и следовало. Ваши подвиги не останутся без внимания. Пон тяжко вздыхает. Проклятие, вы испортили мой самый перспективный прототип. Я уже заключил с корпорацией Фодерхилл Парк договор на поставку этих новых аппаратов, но они настояли на том, чтобы я еще раз как следует их протестировал. Слишком опасно, сказали они, смертельный риск, а теперь из-за вас от них остались только кучки пепла. От вас не требовалось уничтожать моих роботов, все должно было быть как в тире, один выстрел и лишь мгновенно переходит в спящий режим. Они ведь обошлись мне в целое состояние, что же пошло не так? Вместо того, чтобы перейти в спящий режим, роботы продолжали стрелять. Как такое возможно? Микрорефлексы и ИИ работали ровно так, как задумано, я это проверял. Причиной сбоя... В этих красавцах мог стать разве что дефицит в системе энергослоев, но не было никаких признаков. О, я же заметил вчера какие-то странности в показаниях приборов, но я был слишком поглощен фазой расчета триад, так что совсем забыл про это дело. Сбой в ИИ не единственная проблема, у ваших роботов было настоящее оружие. Настоящее, но я не покупал настоящее. А, я же, собственно... Не проверял. Я был так поглощен работой над электроникой и ИИ, что не глядя заказал игрушечное оружие в игрушках, галстуках и активах. Ну, на этом
большом сайте, где продается все подряд. Видимо, я заказал не то, что надо. Теперь понятно, почему в Одерхилле мне ответили в такой резкой форме и почему в ящике из-под оружия были листовки с призывом вступать в армию Триумвирата. Спасибо, что прояснили этот момент. Пожалуй, я изготовлю еще одну партию прототипов. Теперь уже не таких смертоносных. И, кстати, вот вам жетон героя, вы его заслужили. Спасибо, до свидания. Смотрим на наш жетон. Где он? Где он? Где, блин, наш жетон? Вот он. Особый предмет. Только что дают эти предметы? Может, просто их подороже продать, может? Так, эти меня трогать не должны, в принципе. Поэтому идем наверх. Ого, здесь еще куча всего на этой планете. Это что? Уникальное снаряжение. Берем. Берем. Это кто? Они тоже меня не будут трогать, когда с ними поговорим. А, они даже говорить не хотят. О, перчаточка. Стоять. Так. 9 урон, 3 оружия. 13 урон. 64% вероятности, 27% дополнительного урона. Щитам и перегрузка на один ход. Мощный удар. А сколько это требует? Энергии тут не написано. А, вот, нифига, 27. Ладно, пойдет. Зато он помощнее. А модификаторы можно какие-нибудь вставить? Урон, например, нет. Только сюда. Это чё? Стреляет дополнительным снарядом. Угу. О, вот, то же самое. 18% урона, а тут 27. Заменяем. Ей можно такое вставить? Супер. Ладно, сохраняемся. Что у нас здесь дальше? Так, я немножечко загрузился. Угу, 2 на 13. 2 на 7. Чё-то слабо. Вот этого надо слабака мочить. Увернулся. Серьезно. Увернулся. Серьезно. У него на уклонении 24%. Отвлекающий бот вход идет. Сейчас их раскатаем. Надеюсь. У меня двое оглушены. Ах, это вонючий шаман. И нифига он там наколдовал. Три карты подряд. Ну давай. Все-таки того ушатаем сначала. Можно я схожу, пожалуйста? Все, да, агри. Отличная идея. Трясение. 26. Того добьешь? 14. Можно, в принципе, на 19. Как раз 14, если попадет. А он попал. Поиск уязвимости у шамана можно устроить. Потому что он какой-то противный. Ну и бот поддержки нам поможет. Осечка. Удар посохом. Серьезно. Осечка. Гасим шамана.
Ну ладно, давай. 32, ну попал, неплохо. Даже больше, чем надо было. На 38 можно... А, нет. Этот у нас Агрид. Он будет блокировать удары. Какой он умный, поэтому... Будем его атаковать слабенькими ударчиками. Слабенькими картами. Минус бот. Блин, у него до сих пор провокация. Ну ладно, пусть щит будет. Задолбал он со своей провокацией. Теперь у того провокация. Чё за бред? И у него также блокировка ударов. Ладно, раз у этого провокация, мы сначала его будем гасить. Этому хотя бы чуть-чуть сбили его тупую способность. И добили этого, отлично. У него оглушение. Этого мы не сможем атаковать, да? А если вот так? Два выстрела. Две осечки? Это даже не засчиталось. Такой бред. Еще один бот пусть будет. Зашибись, придется потом лететь хилить их. И этот сдох, кстати. Мало. 12. Все равно будет. Угу, будет, блин. Давай, просто сбей ему способность. Почему он блокирует до сих пор? Или она промазала? Все, он отъехал в мир иной. Супер. Не хочу назад возвращаться, может здесь будет очень скоро новый комп. А здесь скан не работает. Но эти меня по сути не должны же трогать. Мы с ними договоримся, если чё. Так, стоп, у меня вроде такая фигня уже стоит. У этого чувака. 27, а там 31 было, да? А я могу вот так сделать? То есть у него будет два дополнительных выстрела, да? Надеюсь, да. Это было бы супер. А, нет, враги. Что, блин, за титаны? Нас двое, у меня что, чувак сдох? Стоп. Как-то я этот момент упустил. Когда он у меня сдох во время боя, что ли? Может, не стоило бои скипать? Все эти атаки, потому что я даже внимания не обратил. Зашибись. Можно заодно что-нибудь продать. О, вот эти пушки, они мне ни к чему. Это я не пробовал даже пристраивать.
О, третий уровень. Ладно. Заданий никаких, поэтому валим. Где я только что был? Вот здесь. Летим обратно. Тут еще, блин, целая куча планет. Часов на 10, наверное. Где там были эти тупые враги? Сейчас их как раскатаю. Я думаю, за сегодня должны пройти планету. Вот эту. Дальше уж как пойдет. А в прошлый раз у них меньше было жизней. По крайней мере, у одного точно. Что вообще эти чуваки умеют? И почему у этого не полная броня? О, нет, они обалдели. Да боже, дайте я прочитаю, что это за эффект такой. Персонажи получают 2-6 единиц урона как в бою, так и вне его. А, может поэтому мои персонажи сдохли? Типа я сюда зашел и на тебе. А может мне с ним не сражаться, может, ну его. Я помню, в каком они квадрате стоят. Просто обойдем. Так, дойди до сюда. И надо сохраниться. А то не буду же я каждый раз с самого начала начинать. Теперь иди вот сюда. Стараюсь держаться подальше. Чё за бред? Где у меня чувак? То есть на базе у меня не было тупого сохранения? Серьезно? Чё за фигня? Я ведь когда вылетаю на планету, разве не должно быть сохранения? Просто бессмысленно трачу энергию. Из-за того, что здесь все так тупо сделано. Конечно. Здорово. Сохраняемся. Хочу посмотреть, что за предметы у меня есть. У этого, значит, 11... Не-не-не. 14 урона, 15% потрясения. 16 урона, минус 3 брони на один ход при попадании. У кого? У чувака, в которого он попадет, или у него у самого? Если убить врага грабителем, прилив сил 1, а у меня нет грабителя. Наносит 125% урона оружия. На цель в течение 3 ходов действует радиация. Также радиация. А здесь есть карта вероятной смертоносной атаки. Может, ей установить эту пушку? Хотя она слабее. Уникум достижение. А я и вот так. Вот эти пушки мне не нужны, я забыл их продать. Кулачок также не продал. Ладно. Теперь мы чуточку сильнее. Опять прёмся сюда. В очередной раз. Дальше, сюда. Там этих бомжей быть не должно. Они вроде как на месте стоят.
Не знаю, может, потом приду их отлуплю. Да блин, серьезно. Сколько можно? Давай пальнем. Оба-на. Неприятно, да? Неприятно. Планета какая-то вот неприятная. Ходишь, у тебя жизни сжираются. Прошел чуть-чуть, персонажи твои чуть ли не сдохли, иногда сдохли. Где там вторая зона высадки будет? Она мне нужна сейчас. Оба-на, 50. На 35 долбанем. Ого. И этот чувак должен... Я не заряжал разве атаку? Наверное, нет. А, да, я ему щит кинул. Точняк. Нормально, кританул. Зашибись вообще. Почему он два раза ходит? Что за фигня? Может, пусть заряжает, или это все фигня? Поиск уязвимости пусть будет. Восстановим щиты. Жаль, нет бота. Этот бомж сейчас будет два раза ходить, да? Круто вообще. И он критует постоянно. Чё за фигня? Все, сдох. Придурок, блин. Сейчас мы им зададим трёпку. Ну, он кританул. Нормально. Нормально. Главное, пусть сдохнет. О, два раза попал. И он заблокировал. Отлично. Супер. То есть одна атака осталась. Угу, и мы ему сбили. Твой щит. Отвлекающий бот пошел. Блин, хоть бы он не сдох. Его убила песчаная буря. Супер. Главное, чтобы моего не убило. Давай усиление щитов ему. И ей бы, кстати, тоже не помешало. Двадцать два. Тринадцать. Десять. Чё так слабо-то? Серьезно. Его убила песчаная буря. Супер. Целая куча лута. Берем все. Опыскиваем все. Сохраняемся. Здесь у нас что? Хоть какие-то бонусы. Блин, я не успею пройти планету. Как так? Я должен был ее пройти за пару минут. На самом деле она потная. Главное, чтобы по пути никто не сдох. Я хочу открыть вторую точку. Тогда будет супер. А если здесь нет второй точки вообще, это очень жестко. Что за бред?
Дайте мне зону посадки, блин. Так, тут бомжи. Оба-на. О нет, придется драться с бомжами. Он остался один из живых? То есть пока они шли, они все сдохли? Серьезно? Стоп. А здесь что? Солнечная активность. Они живы. Да блин, как я на них дохожу? Почему он один? Че за фигня? Сейчас разберемся. Режим скрытности. Все, закрой свой рот. Да, вон они дохнут. Жестко. Вообще планета странная. Надо сохраниться обязательно. Можно тогда на этом закончить. Пока.